на самом деле тяжелая игра, особенно первый тайм. Да, и здесь мы понимали прекрасно, что легко не будет, и здесь никому не легко, скажем так. Но я ребятам сказал перед игрой, что сегодня нам надо не переиграть соперника, нам надо сегодня выиграть. Наверное, даже ущерб качеству игры. Хотя, спасибо им, оно было сегодня достаточно на неплохом уровне. А повлияли как-то погодные условия на сегодняшнюю игру? Ну, они для всех одинаковые погодные условия. И понятно, что и нам было тяжело, и сопернику тяжело. Ну, вот. Но сегодня, опять же, понимаете, нам очки нужны позарез. Вот. И во главу угла вставал результат, я думаю, как и для соперника. Единоборство, мы в этом не уступили, выиграли, слава богу. А насколько важен стал контрольный матч со Слуцком для подготовки к этому матчу, даже ваше отсутствие? Ну, мы не выпали из игрового тонуса, ребята, стартовый состав, они сыграли там по 60-70, конечно, важно. Все. Спасибо.